Элечка, ехал на велике, весь день уже ездил, изучаю здесь местность. До крепости Ретрен доехал, где мы были. И вот езжу и думаю, как ты там, где ты там, чем занимаешься. Думаю, зачем так мы с тобой отнеслись. Была такая любовь в душе, в чувствах навсегда. И вот я остановился, уже ночь почти. Телефон выдает посветлее. Думаю, запишу все-таки сегодня тоже тебе сообщение о том, что мне душа. Девочка ты моя, где бы ты ни была, с кем ты бы ни была, ты всегда будешь моей единственной, самой любимой, неповторимой, всегда. Я тебя люблю, как никогда, как никто, как нигде, везде, всегда. Тебя люблю душой и чувством, сердцем своим, всеми своими желаниями, волей своей, всем счастьем, всем богатством своим. И ты моя, а я твой, король и королева нашего единого царства, нашей любви, наших душ единых, ты и я всегда вместе. Я люблю тебя, Элечка.